Привет всем, с вами снова Муристика Fragrance Game, и мы продолжаем проходить Alien Isolation. И остановились мы на моменте, когда мы нашли специнструмент. Ну-ка посмотрим, что тут есть. Может, что-то открылось. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. О, дверь, почему ты закрываешь всякий раз, когда мне нужно куда-то войти? Вот здесь вроде нужен был специнструмент. Давайте посмотрим. Оп. Здесь так все так сильно интересно сделано. Одновременно надо и правую, и левую кнопку. Потом, а, в общем, очень сильно интересно тут все происходит. О, шприц. Шприц, там еще диктофон. Здесь нет нигде этих. Эй, как они вообще выглядят? Вели допрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тёрнер, выключи запись. Может, человек стесняется? Да, может, он выключает. Выключает Тёрнер, может, он стесняется. Действительно. Не лезьте к человеку. Надо пройти через главную дверь, мы пойдем. Да. Посылание. Так, никого нет. Эй, происходит? Эй-э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 й! Руки вверх! Что? Ладно, ладно. Успокойся, мужик, все, все хорошо. Лысый! А, лысый человек не может быть злым. Я Рипли. А? И откуда ты? Рипли! С корабля. Да-да. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну? Ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Ха-ха, дамочка. Только это... Да ты такой! Меня. Да? Да. Тут кто-то завелся. О, я знаю, кто это. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. О, какое красивое имя. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. Угу. Чё ты на это скажешь? А вдруг ты врешь? Да ты чё, мужик? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Молодец. Ты сделал правильный выбор. Сегодня твой счастливый день. Последнее слово всегда остается за мной. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Ты хочешь, чтобы я сама открывала, да? Ну, блин, ты умный. Оп. Давай, я не намерен тут долго торчать. Миша, делать это быстрее? Пошел бы сам делать это. Че ты на женщину давишь? Все, иди. Иди. Подтолкнуть тебе, что ли? А, ты хочешь, чтобы я первая зашла? Че, сыкло, да? А, так это ты за мной шел. Да? Я держался подальше, чтобы не рисковать. Ну да. А ты что? Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Нет, ребята, это вы бежали. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джейн. Эй! Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Ну. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Возьмите нас с собой. Слышишь? Ну, простите. Эй, ты! И удачи вам. Блин, ты нас бросишь? Эй! Вот скотобазы. Что с тобой? Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Да, конечно.
вкусняшки, нет вкусняшек. Сесса, ты будешь за мной идти, да? Собрала. Парься. Охраняшка. Ну, давайте этот глупый вопрос. Погоди, сейчас лифт открою. Да ты что? Ты что-то умеешь делать? Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ты какой ласковый кролик. Ну, давай. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. Я еще на кнопку должна нажимать. Ну, конечно. Это вообще-то ты тут знаешь, где что тут находится, а не я. Давай, расскажи мне что-нибудь. Я тут пока посижу. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Здоровье. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Так, скажи, а у этого монстра есть такие страшные зубы, неприятная морда, длинный хвост, неприятное такое дыхание, которое упирается тебе в затылок? А еще он умеет видеть таким странным зрением, да? Чувак, ты об этом монстре говорил, нет? Витасуми. Контрол. Черт, валим! Со мной! Пригнись! Опа! Надо выход искать! А мы тут фигнёй страдаем. Давай, давай. Ты опух? Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Тут выход есть. Зря мы это сделали. Понятно, мы хотели есть, но нельзя же так. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. О, ну молодец. Я первая нашла это место, так что я должна первая идти. Ну ладно, будем надеяться, ты не ел горох недавно. Эй, чувак. Мой приятель ждет. Так что от нее можно уйти живым. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Ага. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Я тут. Надо. Известно что. Выживать. Вас только током не бьет. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх человеком делает. Да уж поняла. Да, есть немного. А давай, давай, быстрее пропихивайся, чувак. Ты что, здесь живешь? Как это поняла? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Давай. Мне нравится... О, вот этот вот... мусорка. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. О, батарейки. Вот ты и подвернулась. Тут нету шприцов или Б. Тут местами темень, хоть глаз выколи. О, то раскидал тут бабье всякое, ну понятно. И батареек взять не забудь. Угу. Батарейки у тебя тут есть? Точно нету шприцов? Происходит? Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Я держу. О, перезарядился, надо же. Пойдем. А, ну чувак, опять та же фигня. Давай. Сюда. Иду, иду, не переживай. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Кажется, его убьют. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Хорошо. Что батарейки для фонаря? Какая потрясность. Как выглядит шахта? По луже она вроде должна быть. Что за звук? Это ты там? А?
Переживай, мужик, ты чё? Так, здесь никаких шахт не видно. На полу тоже не видно. Так, бутылочки. Как без бухашки? Так. Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Я знал, что она где-то здесь. Видишь, я же говорил. Гений. Здесь больше ничего нету. О, хотя нет, есть. Ну-ка. По надписи, ну-ка. Вот она. Ха, не зря вернулась. Ты? Идем. А, да-да, я батарейки взяла. Кстати, они очень быстро расходуются, и это очень обидно. Очень обидно. Надо трогать эту... Уф, я думала, током шибанет сильно. Ну чё, идём? Лучше тут не задерживаться. Нет, тут есть пространство, связь, коммуникация. Пожить тут можно. Давай! У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. А ты что? И мне тут не деткой, пацан. Как говоришь, корабль-то называется? А Торренс. Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Бога, я вас нашел. Иди за мной. А тогда иду. Так, делаем сохраняшку. Давай. Мужик, ты чё? Теперь тихо. И фонарь не включай. Ничего. Помощь уже принята. Тихо ты! Стой! А что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Лично я бы не расслаблялся. Блин, не люблю стелс. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Кто последние Нет. запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Класс. Подождите-ка, вы издеваетесь? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, а вот точно он перед кто-то нами. Левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джосс мастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие и наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю. А ты поменьше говори. За умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Так. Кто тут?
Так, какую сторону нам надо теперь? Оно вылазит. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение? Крыса? Ни хреновая должна быть крыса. Ну, не знаю я. Молодец, ребят. Сюда. Потише. Они еще рядом. Со мной. Уф. Даже на одной войне против инопланетян может быть своя война между людьми. Блин, какая ерунда. Вон делать охраняшку надо. Дурацкий вопрос, да? Идем? Идешь? Странный. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Я тоже. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. По-моему, он умрет. Добраться до товара, не заметил пропажу, закрывает станцию, не может потерять суматохи насчет тамошней, не волнуйся. Синклер вел всем докапываться, да им вообще сейчас не до нас, они там только делают, что с утра до вечера просчитывают взятки. Да. Так, вы двое несете первую вахту у двери. Так что считайте внимательно. Соорудить такой замок было непросто, и будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Так называемый замок на двух человек. То есть, для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы, так что самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все наше добро. Вы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет спустить или выпустить кого-то из нас. А я имею в виду только нас и больше никого. Неважно, кто там будет на вас умолять или какие слезные байки будут рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину, и теперь я единственный, кто остался живых. Не верьте никому. Так, аспирин 4 упаковки, консервы 32, крупы 6 упаковок, воды 4 галлона, зубная паста, сигареты. Ну, все замечательно. Припасы на исходе, надо там... В общем, здесь все нехорошо. Боеприпасы они используют нещадно. Давай, пойдем. Вентиль очень даже выделяется на фоне других вентилей. Дверь Этушки... обесточена. Эти уроды нас заперли. Там? А. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Второй пульт, мужик. Объясни. В общем, он... Нифига себе, мужик, так далеко переться. Ну, замечательно. Вот это тоже здесь, нет? Точно. Вот эта кнопочка, нет. О, блин. Точно туда иду? Стрелочки не видно. В общем, придется возвращаться. Правильно я иду, нет? По-моему, да, правильно. Блин, сколько же идти придется? До сих пор там. Так, куда мне теперь в другую сторону ползти? Кстати, ребятушки, извините меня, пожалуйста, прошлая серия была ужасно косячная,
Из-за того, что пришлось там много вырезать, она получилась немножко пожеванной и переваренной. Так что вы не обращайте на это внимание, пожалуйста. Просто там есть смысл сюжета. То есть я вырезала все важные вещи. Ой, неважные вещи. А идти, да? О, офигеть. Какие-то чемоданы нам преграждают путь. Не суперские ли? Нам точно не надо. Пятится вот в эту дырку. Нет, пойдемте. На туда. Это вообще неправильно. В сторону чемоданов. Какая радость! Блин, почему ты не можешь перепрыгивать через чемоданы? Придется ползти через этот участок, обходить, офигеть, сколько пути, только чтобы включить аварийный двигатель или что-то, чтобы можно было проползти. В общем, эта игра немножко такая, она тяжелая, наверное, поэтому она немножко лагает, там... И вообще, прошлая серия была полна затупков, судя по названию. Поэтому я вырезала все моменты, которые были не обязательны для просмотра. Оп. Так, теперь мы идем, вылазим оттуда, в общем, весь путь назад. Какой смысл во всем этом? Оп. Ну я стараюсь вообще-то больше так не лажать сильно. Не, чем я это делаю, у меня не получится, наверное. Но вы, пожалуйста, не пишите мне гневные комментарии насчет этого, или пишите без разницы. Просто в этом нет моей вины. Вина в том, что игра почему-то рендерится с какими-то помехами. Возможно, программа... Эй, ну так не бывает, ребят. О! Я... Но... Я же доползла. Ну как же так? Я же доползла! Нет, вы издеваетесь надо мной, да? Мои, что они хотят еще, чтобы я сделала? Наверное, было чистить чемоданы, проползти. Ин! Да. Я расстроена. Думаю, такое бывает иногда. Просто я устала. Хоть бегаю не я, но меня тоже это немножко утомляет. Нет, ну это странно. Хотите, называйте это, но это реально странно. Я что, этот весь путь зря проделывала, что ли? Возможно, через чемоданы придется перепрыгивать. Это ж так трудно. Так. Ну. Как бы... И почему ты не перепрыгиваешь? Рипли, давай! Оф.
здесь что-то нажать, нет. Ну вот, очередной тупизняк, полный тупизняк. Маданы. Что вы предлагаете мне теперь делать? Ладно, в общем, нам нужно отсюда добраться до тудова. Нажать на выключатель вместе. По-моему, я просекла суть. Она мне не понравилась. Придурки до сих пор там. Ну и слава богу. Этот дурацкий восклицательный знак туда поставили. Это же неправильно, это сбивает с толку. О, мужик-то меня напугал. Ну. Но... блин, ты подлый мужик. Как мне туда попасть? Ты понимаешь хотя бы, что надо делать? Потому что я не понимаю, я туда сбегал, он туда в чемоданы преграждает путь. Опись. Алекс Фелдинг. Нет, это не тот. Я стопудов уверена, что здесь где-то стоит выключатель. Вот это здесь прямо, прямо здесь, прямо, прямо тут вот. А! Начинаю ненавидеть эту игру. Написано, где эта консоль находится, и поэтому здесь очень неудобно. Куда ползти? Вот я вижу, что оно тут. Рядом с терминалом. Все правильно. Нажать на выключатель вместе. Ну это же замечательно. Почему бы не нажать вместе? Ну давай. Может на этот нажать? Нет. Блин, да что же такое? Вот тоже кнопка, вот нажми на нее. Вот, ну нажми, нажми на нее. Что за... Офигеть. Полная ерунда. Что тут происходит? Полная фигня, да, полная. А, вот блин. Готово? На счет три. Раз, два, три. Эй, мужик там сзади! Что? Бежим, бежим, бежим! Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки! О! Теперь бежать надо, привлекли внимание. Черт. Пошли. Сейчас остальные явятся. Да-да-да-да. Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Дай-дай-дай-давай-давай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Сами убивают, а нам убивать не дают. Надо же, какая ирония! Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя. Ты прав. Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня?
бедняжка! Господи, что это за тварь? Нет, Аксель, господи, как ты надо мог? Уходить. Как он мог убить Акселя? Он только-только мне начал нравиться. Легче сдаться тем ребятам. Они бы не расстреляли, но сделали бы из себя, ну как бы, ну не знаю, живой щит. Требовали бы выкуп. Усекла, что делать-то? Опять-таки этот, ну ладно, я понимаю. Ай. О, слава богу, здесь есть вооружение. Матеньки мои, какая тут серьезная музыка пошла. Какая-нибудь цель есть? Нет? А, нет, мне показалось. Наверное, придется вернуться, потому что чаще всего, ну, то, скорее всего, это просто важное. Не нравится его тон. Пока. Мы увидели чужого! Сохраняшка произошла. Ладно, ребят, мне кажется, 30 минут для этой игры вполне достаточно, так что давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, приглашайте друзей и предлагайте свои любимые игры любого жанра, любого стиля. А также, пожалуйста, простите меня за ту косяковую серию, которую так и назвала, за тупики. Так что больше такого, надеюсь, не повторится. Удачи вам всем, пока!